Добрый день, с вами канал Малорама. Сегодня у нас 43-я серия сериала «Ветреный», первый фрагмент. Миран увидела Слана и Рэйан вместе и хочет узнать, что за тайна их объединяет. Миран так и не услышал, что Хазар убил Мехмета, которого Миран считает родным отцом. Миран от своего гнева и злости не может увидеть правду, которая находится у него под носом. Аслан попытается решить проблему мирным путем, но Миран считает иначе. Аслан не намерен драться и хочет показать, что на их стороне. Но так ли это? Аслан все больше сближается с Рэйан, он хочет подставить ей дружеское плечо поддержки. Рэйан не теряет надежды опять быть вместе с Мираном, несмотря на запрет. Зихра столкнулась с теми обстоятельствами, что ей нужно открыть глаза Хазару на правду. Она верит, что правда о родстве Хазара и Мирана поможет Хазару выбрать правильный путь. Она просит помощи у Эсмы, ведь она тоже годами хранила эту тайну. Но Зизе станет на пути Эсмы и намерена выяснить, что происходит. Джихан не намерен сдаваться, он хочет найти, в чем кроется истинная причина мести Зизе. Аслан выяснит у Ханифе, что произошло в прошлом и почему бабушка до сих пор не прекратила свою месть. Ярев решит увидеть, что скрывает Рэйан, и убедившись, что она встречается с Мираном, захочет рассказать на суху об этой тайне. Но Миран станет у нее на пути, он не хочет, чтобы Рэйан опять страдала и больше не позволит проронить ей хотя бы одну слезу. Хазар будет потрясен известием от Зихры, что Миран его сын. Но как он поступит с этой правдой? Он поедет к госпоже Шукран, чтобы выяснить для себя тайну Дильшах. Миран не прекращает поиски правды и тайком решит выяснить, что скрывает Аслан. Но то, что он найдет, поставит перед ним еще больше вопросов, на которые нужно найти ответы. 43-я серия сериала «Ветреный» выйдет 16 октября в 20:00 на телеканале АТВ. Это на все. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч!